Всем привет! Это «Буржуазия» на GTV. С вами я и ведущий Антон Швед. Сегодня нас пригласили на Одесса Fashion Week. Пожалуй, самое яркое событие этой весны. Ну что, мы начинаем! Что сегодня здесь происходит вообще? Сегодня четвертый Fashion Week. Это одно из самых... Для тебя или в Одессе? В Одессе. Для меня это первый Fashion Week, потому что до этого мы принимали участие не в нашей стране. В нашей стране это не так развито, как в других странах, но Зарина Семенюк прошлый Fashion Week просто поразила своей организацией, и в этом году я захотела принять участие. Ты считаешь себя молодым дизайнером или опытным? Я считала себя, конечно же, молодым дизайнером, и мне хотелось так думать до тех пор, когда я подала заявку как молодой дизайнер. Организаторы проекта сказали, что я не могу участвовать в проекте как молодой дизайнер. Я, конечно же, обиделась, но это не касалось моего возраста, это касалось моей сферы деятельности. Да, я работаю уже 11 лет в этой сфере, шью я с 7 класса. Конечно, что тебя вдохновляет? Это семья. Это мой любимый муж, ребенок. Все началось с того, что я занималась бальными танцами. И опять-таки, да, перейдем к тому, что в нашей стране не было возможности разнообразия как обуви для бальников, так и одежды. И я своими руками шила себе какие-то комбидрессы и своему партнеру добавляла там на рубашку какие-то там минимальные детали. И после этого, наверное, фанатично я заболела на уроках труда как бы пошивом каких-то оригинальных вещей. Меня зовут Татьяна, творю я под псевдонимом Талана, никнейм, да? Занимаюсь вот такой вот ручной работой, украшения, аксессуары ручной работы. Это может быть и сумки, и броши, и серьги, и кольца, и все, что можно вообще одеть и понести с собой. 5 лет назад я начала пробовать, как это делать, да. Помните этот день? Я помню этот день, когда первая работа была разорвана в клочья, потому что я нашила там что-то непонятное. Но в то же время из-за этой первой работы у меня вторую купили сразу в Германию. Да, вот как бы сейчас часть моих работ поехала в Америку. Одесса Fashion Week – это масштабное мероприятие, которое помогает развитию индустрии моды. А также, конечно же, продвигает украинские торговые марки одежды, обуви и аксессуаров. Как стать профессиональными, такими как вы, фэшн? Не все девушки понимают, что такое модели на самом деле. Они думают, это... Что такое модель? Они думают, что ты встала перед камерой, попозировала, и ты уже супер-пупер модель. На самом это деле, не это так? Это очень сложная работа. На самом-то деле, да. Это что ж такой большой труд, ходить? Да, это не так просто, как вы думаете, как вы видите. Это колоссальная работа. Девчонки, я не думаю так, я уверен, я вам верю, что это очень тяжело. Мы тебя оставили, потому что ты сказал, что ты очень классно дефилируешь. Да, да. Научи. Научи. Научи неопытного. Научи неопытного. Да, давай. Первое правило – это держать спинку очень ровно. Окей, представьте, держим. Что у вас нитка натянута. А обязательно должен быть стул передо мной? Ага. Сюда. Хорошо.
Представьте, что у вас, не знаю, столб какой-то вот, вот здесь, вот позвоночнике. Вы хребет. Ну да, и хребту тоже. Стоим ровно. Что нужно, это ручка отставить немножко назад. Немножко. Смотрите, у меня такая тема, у меня очень большая грудь. Мужская, но она большая, и мне расходится рубашка. Знаете, не очень большая, ничего страшного. Смотрите. Вы закройте как-то тогда. Так, хорошо. Ручки назад. И первый шаг должен быть, вот, например, отмеряем, вот видите? Нога в ногу. Ну, вы меня учите как мужчину. Ну, я вас учу как мужчину. Хорошо, давайте. Просто я так сделал шаг, и мне сразу жмет. Так вы не делаете вот так, вы делаете прямо, просто ага, шаг. Все. И вот так вот делаем 5 шагов, давайте. И раз, два, три, четыре, А что вы сейчас делаете? Мы делаем укладку. Укладку? Да. Вот так, да, типа здесь? Нормально? Ну. Я правильно делаю? Просто я да, хочу научиться. Просто нам нужно очень сильно прилизать, поэтому мы делаем это... То есть прилизать прям? Да. Я понял. Ну хорошо, вы пока прилизывайте, а я пообщаюсь. Скажи честно, тяжело быть моделью? Ну, конечно, тяжело. Столько образов. Каждый раз что-то новое. А какой сейчас у тебя образ? 20-х годов. Вот для тебя что такое фэшн? Ну, для меня это связано с модой. Что может быть фэшн? Знаешь, вот я сегодня очень много моделей опросил и не спросил самое главное. Много ли зарабатывает модель? Ну, у нас, как бы, я так не знаю, как правильно сказать. Для меня, лично как для меня, это хобби. Что нужно сделать, чтобы было сегодня классное шоу? Красиво выступать. Красиво выступать. И что еще делать? Просто красиво ходить, красиво дышать. Улыбаться. Улыбаться, не облажаться. Удивительный взгляд. Покажи удивительный взгляд. Молодец, удачи. Спасибо. Спасибо. Как тебе выступать на Dessera Fashion Week? Это очень круто. Но ты пробовала себя в плане модели? Конечно, да. Вот сейчас это ты будешь было тоже, да? На показе Дюденко и на показе Дианы Дорошкиной. Что больше нравится, ходить или петь? Конечно, петь. Странный, конечно, вопрос, но все же. Что сейчас? Чем занимаешься? Какие-то, может, новые песни? Сейчас недавно сняла свой клип. Потом пишем новые песни, собираемся делать альбом и делать уже тур, может быть, по Украине, а может быть, куда-то подальше. И самое главное прославлять какой город? Одесс. Молодец, умничка. Очень бы раз, как малыши выступали, как маленькие девочки. Это очень интересно наблюдать, как маленькие девочки строят из себя больших женщин. Это же их проекция, их мам, то, что они видят в мире. И очень видно уже, к сожалению, насколько они воспринимают моду как что-то ненастоящее. То есть сразу видно, где девочки чувствуют себя сами собой, а есть вот эти вот маленькие жеманницы, которые уже пытаются завоевать чужое внимание. Им уже, к сожалению, внушили, что для того, чтобы быть любимой, надо быть нарядной и красивой. Я вижу, вы не положительно к ним относитесь. Положительно. Я просто за то, чтобы девочка получала удовольствие от того, какая она есть. Откуда у вас такие длинные ноги тогда? Гены. Гены, да? Какой у вас рост? Без каблучков. 1.78 м. 1.78 м. То есть у меня сейчас 1.84 м. Я уже в образе. Вы уже в образе. Что за образ? Честно говоря, писать сложно. Смотрите, да, и думайте, догадывайтесь. Да, это... Ну, вам нравится? Конечно.
Какой самый экстремальный или экстравагантный образ вы на себя примеряли? К сожалению, еще такого не было, так что не могу сказать. Не было такого? Все было. Я знаю, что за границей сейчас модно показ, чтобы модели раздевались. Да. Правда или нет? Да, возможно. Возможно. То есть они выходят на показ и при этом там снимают какую-то с себя вещь. Часть одежды, да. Ну, у нас тоже такое есть. Ну, как вы к этому относитесь? Нормально. Это... А родители? Адекватно. А муж? А парень? Не имею. Не имею понятия, как они к этому относятся. Как вы относитесь к нашим отечественным дизайнерам? Я отношусь очень позитивно и хорошо, потому что люди качественно делают свою работу, и мы продвигаемся в этом направлении. Вы за, чтобы абсолютно все люди нашей страны ходили только в одежде от отечественных дизайнеров? Я абсолютно за, потому что наша отечественная одежда самая лучшая. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Для меня сегодняшнее мероприятие, то я очень доволен за то, что я пришел сюда участвовать. Можно ли за один год работы, давай, какой год, за один месяц работы моделью купить себе машину? Ну, я могу сказать, что да. Можешь, да? Да, можно. А мне? Ну, тебе, если... Можешь подарить машину? Ну, можно подарить. Ну, ты же добрый человек. Я всегда добрый человек. Ну тогда что? Тогда до апреля? Ну, можно сказать, что я не обещаю, но как получится, то... Брат, ты как наши депутаты уже. Ну, я не могу сказать, что я депутат, я пока еще только... Учусь, да? Ну, как начал, но я думаю, что я буду уже на высший уровень, и все будет хорошо. И дороги, и машина мне, и как бы все будут довольны. Вам работы для такой публики? О, это самое приятное, потому что это весь свет города, это самые приятные, красивые, нарядные люди. И вообще очень здорово, что меня тоже приглашают на такие мероприятия. Вы сегодня были у нас на разогреве, да? Ну, так можно сказать. Ну, я выходил на разогреве. Хорошо, вам за это спасибо сразу. Ну, я считаю, что это очень здорово, что эта индустрия процветает, и Украина должна представлять на самых высоких мировых подиумах свои... То есть вы поддерживаете? Конечно, изделия, это только я за. Ну, я как артистка, как певица, да, слежу за новыми дизайнерами, за новыми коллекциями. Это прекрасно, что есть такая возможность нашей здесь страны. На одежде нашей страны, да. Конечно, безусловно. Я ношу бренды украинские и, в принципе, призываю поддерживать наших дизайнеров. Ну, чаще, конечно, в Киеве я сотрудничаю с нашими дизайнерами. Но вот теперь я открываю для себя в Одессе новые имена. Как я так поняла, что одесских новых дизайнеров, так и дизайнеров сам... из многих городов Украины. Хотелось бы, чтобы рамки и география еще больше расширялась с каждым фэшн-виком в Одессе. Вот. И, ну, как музыка и мода всегда идут рядом, да, так скажем. И замечательно, когда есть проявление друг другу помогает творчества. Развиваться, так сказать. Ну, в принципе, да. Вот я надеюсь, что я в субботу буду петь в платье из коллекции Умеда Кучкалиева, таджикского дизайнера. Вот, и тем самым, как бы, и мне интересно в новом образе спеть. Ну, близко мне, конечно, потому что восточный образ, вот. И в то же время ему приятно, когда певице комфортно петь в платье, созданном дизайнером. Комфортно и красиво. Как вам Одесса Fashion Week? Круто! Отлично! Мы в прошлом году участвовали в качестве дизайнеров. Нам очень понравилось. И как? На самом деле у нас очень талантливые, особенно молодежь. Просто супер! Вот сегодня тоже пришли посмотреть на дарование. Мне кажется, что наши отечественные дизайнеры сейчас делают очень важную вещь, конкретно вот в моде, в том плане, что они не копируют что-то чужое, они создают свое, и это очень круто, это очень похвально.
Вот, мне кажется, что будет очень много крутого. Мне очень нравится. Классная организация, великолепная локация. Наши дизайнеры невероятно талантливые. Сегодня было много показов, на которые есть что посмотреть и вдохновиться. Я считаю, что мы двигаемся в абсолютно правильном направлении. Людей становится действительно больше и больше, что радует. Наши люди начинают уважать и ценить Одесса Fashion Week и дизайнеров в целом. Приходят поддержать, и это очень приятно. Приходите, пожалуйста, мы очень вам рады. Это буржуазия на GTV. 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 C'est la bourgeoisie dans canal GTV. Это буржуазия на 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 GTV. Что пожелаете этим перспективным дизайнерам нашим? Я не только дизайнером, я вообще хочу Одесса Fashion Week пожелать только процветания и скорее разрастись в такие масштабы, чтобы даже Милан плакал, зная, что в Одессе проходят такие дни моды. Молодым дизайнерам я, наверное, пожелаю терпения, потому что, к сожалению, не все так легко в нашей стези, как кажется, и удачи. Держитесь, открывайте свои шоу-румы, открывайте свои магазины, и только так вы сможете развиваться в нашей стране. Но творчество — это всегда прекрасно. Любые творческие находки, свое видение мира через одежду, через создание образа там, да, нового. Вдохновение хочу пожелать, конечно же, скорейшего мира в нашей стране, чтобы мы все творческие люди хотим творить. Нужно не бояться в первую очередь, потому что всегда сложно сделать первый шаг. Люди боятся чужого мнения. Это неправильно. Нужно идти напролом и показывать свою индивидуальность. Желаю идти только вперед, добиваться своих целей. Как сказала Виктория, не бояться экспериментировать. Нас очень много, как дизайнеры, нас тоже много критиковали, не поддерживали, но, несмотря на это, мы шли на пролом, просто идем и растем, и желаем начинающим дизайнерам того же. Пожелаем, прежде всего, творческого вдохновения, чтобы создавать также что-то новое и прекрасное. Сил и желания. Вот этого и достаточно. Очень важно иметь современные взгляды и ориентироваться на потребителя непосредственно, потому что для любого дизайнера очень важно, чтобы их продукцию продавали и она пользовалась спросом. Ну что, друзья, подытожим. Сегодня мы познакомились с некоторыми украинскими дизайнерами. И вы знаете, очень-таки интересно, стильно и приятно. Хочется сказать только одно. Одевайтесь, друзья, со вкусом и поддерживайте отечественных производителей. Это была буржуазия на GTV. Всем пока!